Всем привет, ребята, с вами Шоу 1010, и сегодня мы играем в игру под названием Симулятор наработчика 3D. И да, мы сегодня будем кататься на Урале. Так, давайте потише сделаем. О, на время груз. Это уже поинтереснее. Так. На 11%. Кстати, в итоге на какой грузовик-то копим? За 3 миллиона, за 10 миллионов или за 12 миллионов? Вот за 15 мы уже купили. Там за 3 миллиона есть какой-то, но это Renault. Я покажу в конце видеоролика. Так что досматриваем до конца. Хотя многие сейчас, скорее всего, взяли, прокрутили просто до конца ролика и посмотрели. Главное не забыть. Так, спокойно. Ну, короче, из-за того, что он меня наедет, мы, походу, не успеем. Ну, а нехрен было на встречу ехать. Просто они не спросили про разум. Да мне вообще пофиг. Хоть на 111. Так, плевать. Едем по крайней полосе, тогда... О, все просрочено. Так. Осторожно, о, все, спалил. Thank you.
Кстати, по поводу стрима, скорее всего, где-то в мае будет. Но не 27 мая точно. Наверное, так 29 числа будет. Мне все равно в мае-июне я буду один дома. И спокойно смогу постримить. Наверное, даже несколько раз. Только я не знаю, что я там буду играть. Так что, скорее всего, будет стрим 29 мая. Чтение группы. Ничего страшного. Так. Давайте на другом проедем. Так. Извиняюсь. Вот. Вольво. Давайте его возьмем. Кстати, следующий ролик я буду снимать у себя на даче. Хотя, зачем вам это? Но все равно так. На одном видео вы вообще только 7 просмотров, блин, набрали. Мне стыдно за такую статистику свою. Мне самому за себя стыдно за такую статистику. Вам что, типа, неинтересно эти? Public Transport Simulator? Вы же меня его сами просили снимать. Еще и спрашивали, будут ли видео по нему. А теперь что? Вы вообще... Ну, 7% ждём. Да завались ты, блин. Все, погнали. Во, он едет нормально. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, осторожно, куда ты выезжаешь, блин? И, кстати, я, возможно, открою свой влоговый канал. Но это будет попозже. Может, через год, когда научусь снимать. Буду, может, какие-нибудь влоги на тот канал делать из своей жизни. Надеюсь, что эти ролики не забанят. Хотя у меня на этом канале уже есть видео с своим лицом, но... Оно тогда тематическое было на то, что закроют YouTube, но... Хорошо, что этого не случилось, там только каких-то блогеров... закрыли и заблокировали там какие-то эти каналы российских СМИ и все такое. Например, канал НТВ заблокировали. Не знаю. Так, тихо, осторожно, уже. О, черт. Все, погнали. У меня еще 4 минуты. А потом вот вам покажу эти. Так что вот, я тогда снимал видео на тему то, что заблокируют YouTube, куда мне переходить, но в итоге я никуда не перешел и остался снимать на YouTube. Это хорошо. А за что, наверное, в YouTube бы или в Twitch бы перешел. В принципе, в YouTube бы я спокойно бы перешел. Блин, еще на 6% повредил. Ничего страшного. Ой, извиняюсь. Походу из-за того, что я сейчас ротом съел. А зачем вам это? Ну ладно. Пофиг. Извиняюсь. Блин.
Не могу никак сосредоточиться и не кашлять. О, где последний? Вот. Все, довезли груз. Ой. Так, о, плюс 33, вот, принять, показаться. Вот, показываю. Машина вот есть такая за 3 миллиона. Сейчас, погодите. Вот такая за 3 миллиона. Вот такой за 10 миллионов. Такой прикольный. Или вот за 12 миллионов. Сейчас. Вот за 12 миллионов. За 15 миллионов у нас уже есть. Ну вот какой, вот еще раз показываю. Вот удобный ракурс. Вот за 3 миллиона, за 10 миллионов и за 12 миллионов. Вот какой из них? Пишите в комментариях. Ну а на этой ноте мы с вами прощаемся. Ну что ж, а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем удачи, всего доброго, всем пока!